Полярный, достаточно спортивный город, здесь очень много всевозможных команд различной направленности, но в последнее время очень активно развивается хоккей, детский хоккей в особенности. И вот благодаря фонду сегодня состоялся замечательный новогодний праздник и открытие, соответственно, спортивного сезона в городе Полярном. Праздник должен состояться. И не важно, что на улице погода не очень хорошая, но нам не привыкать к сложным видам этих условий. Поздравляю вас с началом нового сезона. Ведь сегодня мы проведем соревнования, в которых примут участие самые спортивные ребята нашего города. Наса! Внимание! Да! Работу, которую фонд проводит во всех городах, он сейчас, в частности, проводит в Полярном. Надеемся на то, что наши отношения будут развиваться дальше, наши детские команды будут участвовать в соревнованиях, ну а фонд будет помогать развиваться детскому хоккею в городе Полярном. Давайте приветствовать будущих хоккеистов, наших будущих чемпионов. Дедушка Мороз, давай с ребятами, чтобы они не замерзли, хорошо, поводим хотя бы. Да. Берите за ручки, ребятки, берите за ручки. Праздник продолжается. Сейчас будет матч между спортивными командами Полярного и Снежногорска. Но, естественно, я буду болеть за команду города Полярного. Тут даже вопросов нет, с учетом того, что воспитанники этой команды в июне этого года на белых ночах в Санкт-Петербурге заняли первое место. Плюс это так называемая молодежная команда «Альбатрос». Я сам играю в хоккей, у меня на флотилии есть хоккейная команда «Альбатрос», которая является призером Северного флота. То есть у нас наша команда взрослая, а это детская команда. Мы ее поддерживаем, оказываем ей всяческую помощь, тренируем ее. Поэтому, естественно, я буду болеть за команду «Альбатрос». Yeah!
славный праздник – открытие спортивного сезона. Желаю всем хорошего настроения, праздника в душе, мира в домах, тепла, уюта. С Новым годом, друзья!